не, не скучно, но места похожи, поближе чуть-чуть. Ну, после этих дождей люди ходят уже, приехали мы тут сами, ох, елки. И уже люди только что прибегали, спасайте. Я на сликах, ёханы бабай, пониженную хоть включу. Сваливается, спуститься бы. У нас спускалки нету. Так, ладно, пойдем посмотрим, где они там застряли сначала. Ты тут будешь? Кого там спасать? Тут такой нормальный расколбас. Видно, люди катались. Подготовлено. Да, хорошая дорога такая. Кого спасать, не слышно, не видно. Ну, дальше сидела там машина, я уже видел. Только по другой дороге заезжал. Ну, классно тут. Сегодня на болото я не рассчитывал, честно говоря. Так, ну тут они проскочили, то мы проедем. В любом случае... Веревку я не взял. Веревка моя у Вити. Да. 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 Volkswagen заехал. А там прикручивать есть куда вперед тянуть? А чем тянуть? Я ничего не взял. Троса нету? Блин. Сейчас я кому-то напишу, может кто-то будет рядом ехать, чтобы... Привезли. Так, друзья, это жесть, конечно, Passat. Что вам рассказать? Американский Passat или Jetta, не это, не важно. В общем, Volkswagen для Америки. Некуда крюк закручивать вообще буксировочный, просто даже не предусмотрен. Как вообще такое может быть? Ну, я не знаю, я не сталкивался, как ни странно. Я такое первый раз вижу. У меня Grand Cherokee, который боевой, там тоже нет ни одного крюка, ни спереди, ни сзади. Это европейская версия ВК. Тут есть два и спереди, и сзади, за что тянуть. В общем, ну тут, вон, видите, тоже расколбас. Мама, не горюй тут. Черт. Сейчас. Блин, я думал, сегодня мы будем без оффроуда. Черт, как-то я пачкаться не хотел. В общем, сейчас напишу в группу. Может, кто-то там не сильно занят, да подскочит, поможет. Но там реально людям надо стропу длинную или две за колеса цеплять, тащить обратно. Короче... Там у них вариантов никаких нету. Я, честно говоря, там пытался к ним туда поехать, место посмотреть, где остановиться. Сам еле выехал на сликах. Ну, в раскачку раскачал его и назад выскочил. Да, прикольно. Какой-то Паджеро приехал за Volkswagen'ом. Сейчас посмотрим. Так, процесс пошел. Ну, тут скользко так. Что-то упало. Что-то упало у вас. Или нет? Передавай, переобуй. А, то мусор. Да. Слышишь, за что ж там? Там лупу. А ну заведи, пускай поработает. Да, веревка чуть маловато. Ты какой деловой. Не, ну я... Так, тут запчасти белого волка на этой машине. Проставки под рычагами, суппорта задние. Вон и наклейка даже сзади есть волковская. Стоп. Только потихоньку, чтобы он тебя не вклипал. Ну, да, тебе-то да. Понятно, не страшно. Очень медленно.
Закрой лучше окно, ты уже засрался. Да жар. Так и шо? Так, а шо, кондёр не предусмотрен в таком автомобиле? Ну, в таком режиме нет. Зачем? А, ну да. Так, колеса крутятся. Тянущиеся. Не-не, ну тормоза совсем не нажимай. Совсем не держи, Костян. А ну подожди, посмотри, что там спереди. Что спереди, посмотри. Там оно могло зацепиться просто губой, чтобы бампер не это... Ну уже выехало вроде, да? Нет, держится нормально. Давай. Есть. Чуть влево руль. Выключи заднюю, Костян. На нейтралку, да? Да, да, на нейтралке. Бля. Горячая, да? Да. Поехала. Тормоза не держи, не держи тормоза. Так, куда-то он. Главное морда, чтобы не. Влево руль, да. Влево, 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 не вправо. Давай. Помоги колесами чуть-чуть. Равняй, равняй. Так, все, посад спасен практически. Блин, далеко заехал. Че, нормальный внедорожник? Тут. Паджеро Спорт тащит. Да. Вправо руль выровняй, вправо, вправо, то лево, вправо. Вправо, вправо. Ровно руль, чтоб стоял. Ровно поставь его. Блин, он его в оффроуд потащил. Миша, не мог немного этой стороной? Это короткая веревка. Давай, давай, давай. Помоги колесами ему чуть-чуть, помоги колесами. Сейчас он помог. Давай, давай, давай. Вперед вроде проходит. Блин, не ездите на оффроуд на таких машинах, где нет крюка. Зацепили за балку заднюю. Стой. Что там? Ты полный привод включишь или нет? Не-не, он на полном. На полном? Угу. А, да, скользко очень тут. Давай, помогай колесами и мы толкаем. Давай, заднюю. Давай, заднюю, давай. Ну так ты включай. А, ты не едешь. А, ты не едешь. Подожди. Блин. Купаться. Веревка чуть длиннее была. Чтобы он колесами тоже помогает пусть. Чуть-чуть давай. Давай вместе. Еще. Стой. Блин, замылилась. Помогай вместе тоже, чтоб. Помогай, помогай. Стоп. Так, Миша, ну подожди, давай. Вот так, да. Не, вперед не надо. Давай. Не, ровно поставь руль. Вместе, вместе, вместе. Давай, помогай, помогай, помогай. Нормально. Идет. Почти спасли. Отсюда мы выйдем. Отсюда мы сюда заехали сами. Развернется все равно. Отцепи веревку, просто в багажник положи, чтобы не это, не отцеплять там снизу. Да, пусть развернется, потому что может сейчас еще. Попробуй разворачивать. Сейчас, сейчас. В багажник положи в посад веревку. Ну, чтобы не лазить два раза. Все, давай. Вправо коксу, да.
почином вас. А прикольно сейчас понял, когда все снимать, если бы у нас сейчас шашки стояли. Слышишь, я уже вижу, как он на авторе уже объяву печатает. Да-да-да, не видно, на грязи не видно. На авторе уже объява и ищет другую, похожую на Pajero Sport черную, да? И идем работать в экспресс. Сбросим у телефон белого волка, чтобы он ему помог выбрать. Не, ну хороший Passat, огонь. Подожди. Как новый, да? Не, у меня вот есть. Пробег маленький, есть. Да? Сколько? Обычная вода. 140. 140, блин, ну на вид как новый. Правда, 220. Ну он как новый. Да? Тоже как новый. Давай солью. Тоже как новый, да? Ты глянь, какой у меня толщины бампер. Да я знаю, да, эти любят эти поджироводы, страшные люди. 6 миллиметров. А что это я? Да ладно. 6 миллиметров бампер, говорит. Это белый волк тоже такое любит. Охренеть вообще. Ёханый бабай, в натуре. Слышишь, тут... Так он что, весь? Нет, тут, не, тут не, чуть тоньше. Твой. Короче, середина шестерки. Да, середина шестерки. Вот, сейчас покажу. Вот это цельный металл. Нормально. Ага. Сами с пацанами за сутки стали. Красавчики. И такой аккуратненький, и свес небольшой, хорошо. Да, аккуратно. Весит легко, чем АРБ. Да? Сколько ты взвешивал? Не взвешивал, но я, чтобы его снять, надо один человек. Не тяжело, да? О, вот это тихо, серьезно. Вот на заставку ты в Ютубе будешь. Огонь. Так подожди, с Пассатом стань ты, елки, ты не с той машины. Не, ну веревка уже есть, уже легче, блин. А мы на автомате не тягаем. Да не, ну там Гранд Чероки есть еще. Главное, чтобы он в Пассат не вклепал. Вот дорого, это. Дорого, Миша. Денег не хватит. Это понял? Вирус белого волка передается им всем. Это страшный человек. Ну, я с ним зимой катался. С этим. Смотри, вообще пофиг. Спас. Все, веревку можно снимать. Улыбка поискренней. Ну что, погнали дальше? Все, вези их, не скучная, пусть едут. Так на гольфброд сразу. Да, сразу на гольфброд цепляй прямо этой. И нормально. А, веревку отцепить уже можно. Ну, давай, лучше выйдите, да. А я впереди. Кто там подписываться? На Offroad UA, чтобы подписывали. На Offroad UA подписываемся, ставим лайки. Подожди, да я первый поеду. Не, я могу тебя в бампер толкать. Ну дорого. Дорого, да. Все, пока. Давайте. Может, еще там дальше увидимся. Ну звоните, если что. Отдохнуть. Ох, как он боком едет.